по твоим подергиваниям не совсем понятно, то ли все, то ли еще тянете. Да? Все. Тихо, спинка прямо, так же, спинка прямо. Поменялись. Поменялись. Давай, поехали. Так же, так же. Ребят, поменяли. А что дать ему отсыпать? Можно не говорить. Нет? Немного, иначе все в порядке. Вам это все пригодится. Однозначно. Я сейчас Сзади ногу прямо держи. Вставайте. Аккуратно. Попробуй. Ножки натяни, носочки от себя. Наклон, север, аккуратно. Стасян, взгляд вперед, смотришь вперед, да. Тяни. Задача груды, земля. Давай, давай, аккуратно. Спинку прямо, взгляд вперед, да, аккуратно. Ты сам, например, запускай, можешь продолжать, Серега. Спускаешься вперед и идешь прямо. Потом. Еще разок надо потихоньку, спокойно. Продыши, еще разок надо. Поменяйтесь. Так, ну вставайте. А вам 200 выпрыгивать. Иди попей. Ну сам смотри, голеностоп серый, как тебе? Нормально, поехали. Я бы вот тебя за запястье получу. Ему вот ему нормально делай. Здесь надо надо. Ты прихвати мои еще. Ты тоже прихвати его, да. Взгляд вперед. Взгляд хорошо. Взгляд вперед. Носочки, носочки натяни от себя. А вот так лучше. Тише. Не пугай людей. Ты кряхти, не надо орать, кряхти. Взгляд вперед. Спинку прямо. Подсчет. Подсчет. Раз. И сколько Два. Один еще на плечи. Три. Аккуратно. Аккуратно. Молодец. Красавчик. Ножки сведи. Шесть. Семь. Своди, своди ноги сразу к себе. Восемь. Да. Девять. Опять в бабочку все. Ножки раскрыли, да, стопли вместе. По очереди. Отсюда до туда выпрыгнули. А не хватает. Отсюда до туда выпрыгнули. Да, вы прямо отрыгнули. По очереди. Один сделал, за ним другой следующий. Никто не начинает, пока один не закончится. Спокойно эту бабочку досели. Стоишь, могу вытянуть вперед. Теперь смотрите. Тело не сгибай. Максимально. Дальше могу. Пятки промежности максимально. Спинка прямая. Смотри, встал? Прямая. Вот так, дальше так. Сделай там. Спинка прямая. Да, подтянули. Вот так. Просто натяжение должно быть. Иди следующий ногу вперед. Нет, тело не сгибай. Пятки больше продвинь себе. Пятки больше. На меня сейчас смотри. Спина прямая, нога прямая. Согнул. Встал. Все. Поменял ногу. И спокойно дышим. Встал. Руку так на спину держи, если что. Чтобы прямо присел. Вот так, да, вот так можно. Другая нога. Что я хочу, чтобы мы сделали? Нет, сначала приставил. Вперед прям вытянул. Потом поставил. И да, натяжение вот это сделай и держи. Давай.
Тело не сгибай. Разрешается задние ноги глаза сгибай. Закрыть задние ноги сгибай. И дышим. Нос, вниз, вдох, да. Рот через ноги. Нога вверх сгибает. Натяжение вот. Больше, животы Другая. Тянули. Вот. Сгибай ногу сзади. Животы тянули. Вот. Выдох. Да, теперь обратно. Силы. Давай. Животы втянули, грудь вперед. Держим, глаза закрыты, держим. Еще больше. Животы втянули, спина натяжение, как струна. Ты делал. Держим. Так, есть упражнения легкие, да, их достаточно делать несколько минут, и все. Тело очень сильно меняется, лучше, глаза закрыть, натяжение, взгляд внутрь себя, натяжение. Теперь глаза открыли, берем левую руку, правую руку за спину, левой рукой за правую ногу. И стараемся посмотреть за спину. Но спину не гнем, спину не гнем, спину прямая. Раз. И в другую сторону также. Еще разок. Ну, 8 раз. Обратно прыжками возвращайся. Еще разок. 8 раз можно общую сделать, по 4 раза на каждую сторону. Еще раз. Вот, да. Я вот на прыжками. Сделали? Дальше. Сделали, да? Теперь еще ножку закинуть мы не всегда будем повторять одни и те же упражнения, надо, чтобы вы знали, что надо действовать. То есть можно продолжать одни и те же знакомые вам. Сейчас кого-то ты пусть она не бежит. Всегда получается. Левую ножку закидываешь на правое бедро, правую ногу закинули на левое бедро. Что мы сделаем? Закинули, пробуем. Будет тяжело, но надо попробовать. Не слышу. Хотя пробу получается коленка. Ну, хотя бы так, ладно, по-турецки сели, да? Раз, смотрите. Теперь задача. Обратно прыжка. Нам надо. Будет подниматься то на левое, то на правое колено. Не спеши, говорю. То есть я сделаю перегад. Я сейчас наклоняюсь. Вот. Назад и налево, поднимаю ноги, вот. По бедру, колево, поднимаю, ходил ножку сюда, сел, да, поднялся, хотя просто приподняться через бедро, через бедро, все равно колено будет трудно стоять, а через бедро, левый наклон, на бедро направо, слом встал на коленочку, прокрутился, да. Не спеши тоже. Встал на коленочку. Прокрутил. Да. Это все действие на ловкость. Это не совмещено. И ловкость, и сила, и ловкость. Есть и три качества. Четко Серега не вкатился как тебе. Да. Держи. Еще раз. Так же на руку, на разные стороны. На бедро поднялся. И на колени. Еще разок в другую сторону. Серега, катись от парней вот сюда. И еще разок. Сделали, да? Молодцы. Теперь в этом же положении, находясь,
в этом же положении находясь, нам надо сейчас приподняться, ну, несколько секунд подержаться. Несколько сантиметров раскладывать. Да, на несколько сантиметров, хотя бы сначала просто так, раз, два, на руках. А, ты думал без рук? Ну, без рук еще пока рано, потому что никого не шокирует, потом без рук. Раз. Раз. А я руками не держу. Раз. Да, не на пальцах, не на кулаках, а именно на руках. Да, потому что в кулаках легко и высоко получается. Сервис тяжело, можешь как совсем по-турецки. Просто их ноги. Поднимешься, тебе просто ноги надо поджать и все. И себе ноги поджимаешь. На ладошку. Раз. И сразу опустился. Спокойно, 8 раз сделал, не торопясь, не будет. Все везде уже успели. Маленький Будда, да? Или большой? Еще раз, молодец, несколько секунд, прям видны, не надо, прям поднялся, опустился. Если, например, руки делать просто за спиной поставить, это будет один вариант. Если руки вы поставите ближе к коленям, это будет другой вариант. То есть пробуйте разные вариации. Пробуйте. Здесь тяжелее будет подняться, здесь будет попроще подняться. Сделали, да? Теперь. Руки сжали в кулак. Руки в кулаки. Да, молодцы. Правильно, хорошо, сжали. Советую, рекомендация. Ставьте, выберите половину расстояния бедра. Поставьте его сюда. Половину расстояния. Да. Задача. Подняться и продержаться хотя бы 8 секунд. Но можно и больше. Ходить на руках не надо сейчас, просто подняться. И оп! Да не напрягай. Не бойся, не ступай. Нет, ты не дергайся, сел. Так, сиди, расслабь ноги. Вот это все расслабь. Я тоже расслабь. Понял? Вот, ага. Смотри, как кто делает. А ну-ка расслабь. Да нет, ну так, я думаю, расслабь. И опустись. Расслабь, вот это расслабь. Молодцы, получилось, да? На кулаках получилось. На ладошках. Относительно не получилось, но получилось. Согласен. На ладошках. Каким же макаром? Смотрите, подсказка. Обратите внимание, какие варианты исполнения. Допустим, я поднялся. Я могу тело подвести, уберить по рукам. Могу сюда заводить. Вот так будет тяжелее. Вот я упер. Голову тяну вперед. Спинку прямо, и так полегче. Я думал, уберешь, то есть я как бы замкнул, чик, упор сделал. Да. Слишком вперед вывести, будет тяжелее заваливаться. Желательно 8 секунд. Ну, 4. Простите, 8. Вот, наверх, наверх. А теперь еще придется ноги поджимать еще к себе, конечно, тяжелее. Делаем, и поехали. Вот так бабушки делают. Так, давай с тобой теперь. Ногу закинуть, будешь у нас ложить. Видишь, как стоит? О, у тебя быстрые какие-то секунды. Или нет? Хороший, пока поставлю, досчитал. Все, молодцы. Теперь из этого положения. Вот так, вот так. Интересное такое действие. Надо вперед, ногу сюда наклониться. Сначала протянуться. Да. Протянулись, посмотрели. Да. О, давай. Теперь в тот ком, когда мы тянемся вперед, надо бы себя поднять на коленочки. Так, молодцы, молодцы. И опять сел назад. Потом еще раз. Сел назад. Да. Каждый раз, когда мы поднимаемся, надо именно уже делать прогиб. Например, поднялся. Раз. Прогиб. Еще раз поднялся. Прогиб вперед. Голову назад. Так, те, кто не могут, ну, я бабушку делаю. Я, мама. Так, извиняюсь. Давай еще. Давай пробуем.
И на восьмой раз сделали. Допустим, да? Уже вперед прям. Оп! И протянулись вперед. Да, то есть 8 раз поэтапно подходите, подходите. Да, молодцы. Теперь попробуем таким же макаром встать на коленки и удержать баланс. У кого получается вот это вот упражнение, ребята? Вот это упражнение получается у кого? Сюда посмотрите. Вот так получается. Ни у кого не получается. У тебя получится, у кого еще? А попробуйте, попробуй. Может, так еще попробуй. Все равно же сидите. Конечно, надо... Инструктор не сможет все время обращать внимание на каждого. Вы поймите, что вы тратите самый упор лежа принять всем. Упор лежа принять всем. Николай, давайте. Из-за одного человека сейчас все будете отжиматься. Упор лежа принять всем. Я что-то не это, плохо, да, говорю? Упор лежа принять. Взгляд вперед. Сколько? Нисколько, просто стойте так. Вы тратите, во-первых, время свое, невосполнимый ресурс в жизни. Это жизнь и время. Вы тратите свое время, наше время, время своих родителей. И занимаетесь ерундой. Разве так можно? Николай, упор лежа, прими. Давай, стой, взгляд вперед. Все один за всех и все за одного. Надо поддерживать друг друга. Все, вы потом, вы найдете всегда потом время пообщаться, пошутить. Но когда вы запомните одну вещь, когда с вами разговаривают взрослые, как минимум надо внимание обратить на разговор взрослого. Я правильно говорю? Или мне придется вот так голос повышать, чтобы с вами общаться? А? Ребята, как лучше общение? Когда по-дружески, да, по-братски, когда приходится повышать голос? Как лучше общаться? Скажите, пожалуйста. По-дружески. По-дружески, да, интереснее же. А когда ходит, кричает на всех, как тренировал, «Ай, что вы хулиганите или что делаете?» Это некрасиво. По отношению к вам некрасиво. Поэтому мы общаемся с Леоном, с вами, как с друзьями, как с равными. А вы не уважаете. Она нет, не СМС. Это плохо. Она как микрофон произошел. Все, занимайтесь дальше. Ладно, я хотел бы узнать, там у вас распил микрофон. Распил. Нет, не знаю. Я понял. Ладненько, наберу. И теперь самое интересное, надо будет подняться. И удержать баланс. Нет, вот так. Я даже не говорю, что он сейчас будет. Просто удержать баланс. Вот, красавчик. Ну, Татьяна, давай, попробуем. Трудно, Серега, я знаю. Прям на синяк. Вот ты смотри, какой он лавкач. Все может, смотри. Просто вообще все может. Давай, чуть-чуть. Стой, поднимись. Давайте сейчас руками ты его, я тебя, я его. Раз. Нет? Вот так сделаем. Ты должен подняться, конечно. Ну, допустим, да. Держим. Сейчас потихоньку отпускаем руки, берет баланс. Если течет, если что, тихо. Правую руку. И спокойненько садимся. Ну, конечно. Теперь смотрите. Теперь ножки опять назад. Разрешаем с пальчиком сесть. Наша задача сейчас чуть от ребят убегаемся, потому что стойка, сейчас будет стойка на голове. Вот так, можно спихнуться? Да, давай спихнуться. Давай веретено сделаем. Веретено сделаем, спинку прямая. Спинка прямая. Спинка прямая. Стряхнули тело, стряхнули ноги. Вот.
Сейчас задача будет. Из положения сидя, сейчас пока делаете, да, смотрите. Давайте вставайте вот сюда. Оба. Ну, так, например, ты вот на этой клеточке, ты вот на этой клеточке. Да. Выберите себе любимую клетку, которая больше всех нравится. Все нравятся? Все клетки хороши, да. Смотрите, что делают, да, какая задача. Все. Руки. Треугольник. Можно так, можно так. Родничок. Макушку. Ставлю на пол. И лбом. Руки под затылок. Ножки аккуратно поднял. Аккуратно поднял. Держусь. Наполнение по идее. И спокойно. Ноги можно в стороны не разводить, просто поднять. Я помогаю сейчас. Голову сразу ближе к коленям, чтобы вам было легче поднять. Ближе, да. Давай, за, прокидывай. Держу, держу. Держу, ножки поднимай. Аккуратно. Все, держи. Баланс, сам уравновесие. Все, мои ноги нет. Мои ноги нет, ножки вместе. Баланс держи. Стасян, молодец. Баланс держи, держи. Держи, держи. Потом спокойненько также ножки таким же реверсом, обратным действием, коленки прижимаешь к животу груди и опускаешь. Тяжело. Держи, ступни. Держи. Поехали. Раз, поднял. Держи. Держи. Носочки вверх. Носочки вверх. Держи, держи, держи. Держи. Носочки вверх. И потом обратным ходом коленочки к груди и опускаешь. Давай, 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 тяни, молодец. Молодец. Тяни, 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 тяни. Молодчик. Красавчик. Все делай. Отжимай. И спокойно сейчас коленки к груди. Да. Есть контакт. Теперь смотрите, следующее действие, да? Вот. Отжимаемся. Допустим, я делаю, вот я сижу, счет идет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Можно ноги поднять, либо еще какой-то устал не будет. Это я ноги поднимал прямую. Таз опускай. Вот я колено поднимаю, груди. Поднимись. Либо я поднимаю ноги прямые. Пробуйте. Один раз так, один раз так. Если начинает крен, допустим, за спину, то вы спокойненько ногами играете. Попробуй ножки опустить так же прямо потом. Поднимай прямо. Ну да ладно, через колени, допустим, поднимаете. Прямо. Опять. Груди, животу. И ставь. Теперь прямо пробуй. Теперь прямо. Надо сейчас поднять спину и ноги распрямить. Ступни на том же месте стоят. Есть, ножки распрямить, поднимай. Поднимай прямо, молодец. Поднимай, натягивай, сразу натягивай. Носочки держи вверх. Ухожу, ухожу. Ухожу, держи. Держу, держу, держу. И также опускаешь ножки, также опускаешь ножки прямо, ноги прямо опускаешь, прямо, 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 молодец. Нет, колени. Молодец. Есть другой вариант еще. Сейчас мы еще чуть другой сделаем. Жугарский? Тихо, майки, вы зачем его расставили?
остановил и сюда любой друг друга. Короче, только в крайнем случае, а что тебе повезло? Понял? Очень. Мам, сейчас действия не будем делать. К стене, пожалуйста, к стене. Что за жука? За жука. Значит, я лишил жизни. Я лишил жизни. А вот эти карнавал. Поэтому смотри за каждым твоим шагом. Муравьишки бегут как-нибудь раз там между ними. Да. Ответственность. Силы Бога ли их как-то? Видел мой силу, по-моему. Как четыре года, да, в этом. Да. Чашки. Или какой-нибудь другой корабль, тут не бабушка. Давай, Серега, в темп. Ты что, не стал пока побегать? Не стал пока побегать? Пока поговорим. Пока поговорим, подождем. Смотри, так же начинаешь с перешагиванием. Можно я так сказал? Да, можно. Даже нужно. На лоб встали, посмотрим на меня. И покачиваем его в другое. Делись просто пальцем. Нет, Дима, горло снизу. Делись. Попрессируй. И покачиваем его. Выше, выше. Вот, и покачиваем его. Вот. Да, я видел там. Кто-то прям по всему полу разбросан. Один там туалет. Очистили все, да. Руками старайся все время перед собой или вот так. Забудь привычку руки опускать, чтобы на ноги. Руки здесь. Не опускай руки, да, не опускай. Это все ерунда, когда будет. Все, ногу поймал, здесь. Все, я здесь. Стоим на одной руке. Говорим, что я там закручиваю. Но это настолько сила. Да, это вкручивание. Я не считаю, по-моему, сюда, знание. Я сюда затачиваю. Сюда затачиваю. Я же чем вот это. Самое важное, потому что могут помолвать, чем ближе к сердцу, тем красочнее будет действовать. Может быть, там вообще чуть-чуть.
Смотрите, задача. Рукой встал, ручку, ой, ножку поднял прямо и желательно вверх. Протянул. Ножку поставил. Руками держусь. Поднял ножку, протянул. Поставил. Поехал 8 раз на каждую сторону. Чем ближе я иду к стене, тем труднее выполнять упражнение. Чем дальше от стены, тем легче. Зафиксируйте. Сейчас держим. Опорная нога прямая. Поднятая нога прямая. Тихо. Молодец. Поднял. Давай дальше. Дальше. Опорная нога прямая. Я знаю, что вы сейчас сами подготовился. Опорная нога прямая. Опорная ножка прямую. Ножку эту тоже прямую. Молодец. Серега молодец. Держим. Тэквондовская школа, да? Кёкушин и тэквондо. И разница еще в действии. Вот и все. Поставили ножку. Теперь смотрите. Надо будет. Подняли ногу правую вверх, подняли левую ногу. Опустили правую, опустили левую. И поехали. Полшага, шаг от стены, конкретно от стены, левый шаг. Где-то здесь выбрали половину все видео по анатомному конгрессу. Видел, кто мы анатомные видео? Комятку анатомную. Я не нашел для этого беленькую штучку. Вот. Найдите лапшичку. Лапшичку кто-то жевал, да. Знаешь, это все комятка, сейчас вам интересно, где там как я не знаю. Я знаю, что как сухари не пройдет. Теперь надо, парни, задача. Половинку сделать, делаем бок мышцы. Сначала двумя руками, потом левой, правой двумя руками. Для меня, пожалуйста, посмотрите выполнение. Делаю наклон, смотрю, взгляд на спину. Раз! Оттолкнулся. И наклон вниз. Обязательно. До свидания. Наклон вниз. Ближе подойди тогда. Если тяжело, ближе подойдите. И сразу наклон вниз. Пол мостик. Серый сильно вниз не тянет. Сильно вниз не перешагивает. И наклон вниз. Теперь левой рукой. Ближе подойти, тогда полегче. Если ногами к стенке ближе подойдете. Теперь левой рукой. Раз. Два. И наклон вниз. Если в этот момент
момент, например, свободная рука у вас будет внизу находиться, то, соответственно, вы балансируете рука внизу. Если вы свободную руку будете поднимать вверх, у вас центр тяжести, вот как вес будет переходить больше туда. Это потом пригодится при выполнении каких-то акробатических действий. Теперь правой рукой. Раз. Каким будете заниматься? До 10 пальцев сами у нас. Правой рукой.